Все, здорово всем, пацаны, короче, кейс батл сегодня, Дэн, здорово. Началась, здорово. Сегодня 25 число, началась черная пятница. Распродажа, кстати, на самом деле, заветил это, так какую машинку я хотел, она стала дешевле на 400 рублей во время черной пятницы. О, нихуя. А я вот заметил, кстати, что кейс 36 рублей, я вообще раньше не видел вот этот кейс. А это новый, да, и, кстати, они тоже подешевели, смотри, на несколько рублей. Новый, значит. Вот топовый, любимый мой кейс по... 12, смотрел. Ой, в смысле, он стоил 13, а стал стоить 12. Ты понимаешь? Скидос какой-то. Это, да? Да, это разъемно. Сразу давай 3 откроем. Короче, вот сегодня, пацаны, сидел и со 120, по-моему, забрал. Где тут? Вот камуфляж. Вот. Такие дела. Бля, ну выглядит хуёво. Ну, выглядит не на 1349. Ну да, но это из-за того, что браво коллекция, поэтому так дорого. Вот, тут все через одно место. Давай попробуем на контракт на 20-50%, то есть всего лишь 51 даже. Сегодня, кстати, у меня хорошо контракт заходили, но не в этом случае. Да, 1% зайдет. Зашел, кстати, сейчас зайдет. Вот, зашел, видишь, один. А второй? Не... Зашел, Дэн, зашло 2. Заебись. Ну все. А давай шиканем, давай за 23. Давай. Ну все, шикуем, сейчас песчаная буря, чекай. За 13. Пфф. Кто Ванга? Бля. Кто Ванга? Давай, контракт на 53. 29, понятно. Да, то есть это означает, что я то, что сегодня забрал, это все, то есть мне больше ничего не даст, да? Я сегодня просто смотрю, у меня... О, затерянная земля, еще одна. Так, ладно, давай еще один контракт. На 67. Или сделать на 123? Не, Вован, не надо. 67, хорошо. 110, нормально. Ох. Неплохо, неплохо. Вот, так, напомним, что закинули мы сейчас 120. Африканская сетка. Давай попробуем в апгрейд. Вот это вот на 12. То есть больше 50%, ну практически 60. Не зашел. Он сейчас к ста прикатит, ты смотри, ты три-ты-ты, оп, здорово. Так, ладно, есть еще на один кейс есть, который... А давай вот за 23. В смысле? Какая ошибка? Не понял. Что за прикол? Внутренняя, блядь, я же сказал. А, понял. Угу. 7 рублей. Контракт. 131. 125. Ну, кстати, всего минус 6 рублей, так пойдет заплатить. Ну да, так немного. Минус 6 рублей, это нормально еще. Город войны, окуп на 71 копейку. Слив на 6 рублей. А, нет, не на 71 копейку, а на рубль 70. А что, а можно купить хоть раз? Бля, ебаные копейки, вот бы на ТП, блядь, такие цены, блядь, что за пиздец. О, за 40, спасибо. Пипец, вообще не окупает ничего, да это серьезно. Пыльник за рубль. Ладно. Все, игра началась. Смотри, на 6. 20% зашло? Зашло, кстати. Зашло, чек. Бля, пиздец. Все бы так, да? Да. Вот 7. 11 зайдет или нет? Как думаешь? Думаю, да. Хорошо, я очень сильно надеюсь, что ты прав. Ты прав. Да, да, зашло. Так, давай попробуем 2,6 на 11. Не бля, ну нет. Да, это жестко. Давай, 5,6 на 11. Нет, зашел. Да, все хорошо. Бля, я думал скажешь, что ты охуел уже. Не, пока нормально. 6,5 на 11. Ну, шанс 60. Ну, чувак писал, типа, надо маленькие шансы. Да тут с больших-то вот не дает. Как маленькие можно? Да. Давай, хьюмидор, помидор, 11, давай. А, много хочешь, да, я понял. Ладно, а еще? Вот, а, слил, не дал. А 7,8, 7,7. Зайдет хоть один? А, 2 зашло, кстати, нормально. Контракты на 97 рублей. Или на 99, 67 копеек. О, Дэн, окуп. А, мы окупились? Да, на 68 рублей. Что-то.
Ну, вообще шикуем. А о чем мы с тобой? Мы с тобой вообще можем себе позволить сейчас вниз пойдем. А у меня такого нет? Не, нет. Ладно. Мы можем просто себе позволить открыть какой-нибудь вот 45. За 41. Шиканем, так сказать. Только не за 4 рубля, пожалуйста. Спасибо за 22. Спасибо. Спасибо большое. Да, вот это я понимаю. Давай окупимся и сразу в контракт идем. Хоть раз окупимся, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Эй. А чё? Хуй себе делал. О. А. Да. На 90 контракт. Но я сделаю на 100. Все, на 100. 217. Так, ладно, пока играем Это дальше. все, это разлив. Думаешь, все сольет или нет? Ну, Так. блядь, по идее. По Как идее. будто взломал эту хуйню, блядь. Да вообще пипец. А давай попробуем вот на 30. Маленькие шансы. Ты 30%. дурак? А, это средний вообще-то. А, средний считается? Ну. Не написано. По крайней мере, так написано. Ладно, крайне низкий. Теперь низкий шанс. Так, так. Не, нихуя не зашло. Попробуем Не, еще 20 раз. может зайдет, может 20 зайдет, сейчас может одно. Нет, Что-то все, зашло, нет? ничего не зашло. Ладно. Давай попробуем еще. Не окуп. О, это 42 рубля. Нормально. Как? Ой, Давай в контракт. 62 рубля. 48. Ну, неплохо, по крайней мере. ой. А Ну вот не я... всегда. Ну да. А попробуем, давай на 78 рублей. 63% попробуем или не надо? Ну попробуй, сейчас зайдет человек, сейчас заходит, заходит, блядь, по-любому заходит, сука, я Зашел, вангую, зашел, зашел. блядь, Да, 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 ебать, да, да, да. Красавчик. охуенно. Красава. Мужик, мужик, прям. Так, надо контракт сделать Ебать. на сотку надо. Или на сотку с чем-то, но у нас... О! 104 рубля контракт. 130, неплохо. Блядь, да ну это разъеб. 130, это здорово. А давай попробуем по 23, два раза открыть. Это минус. Это минус, понятно? 100, 150 контракт или 247? Нет, 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 нет. 151? Ну давай, да. Ладно. 200. О, блядь, Вован, сегодня магаз за твой счет идем, мне похуй. Стартрек Походу, блядь. МП7, кровавый спад, пацаны. Данил Походу говорит. идем, блядь, все-таки на. Дэн говорит за мой счет. Ну. Он не знает, что мы Ебать, сейчас... это охуеть. Он просто не догадывается, что мы сейчас, скорее всего, все сольем. Рубль. В смысле? Опять и рубль? 5. О, 24. Контракт на 234 рубля. Либо на 282. Да нет, нет, не надо ведь план, блять, он это полный пиздец будет, конечно. Давай тогда вот Давай, так просто на 9 рублей. давай. О, 5 рублей. Блять, там было написано от 4. Давай, Тебе, блять, выпало нахуй, 5. блять. Чё, попробуем давай вот топ, типа, вы получите предмет до 1000 рублей. 232 рубля Давай. пробуем или пока не надо? Ну, блядь, не знаю, давай. Давай, похуй, давай. Окуп! Окуп, пацаны, лайк, если окупаемся, и лайк тоже, если не окупаемся, короче. Ну, пойдет. Блядь, да ну Это нет. минус сотка, по-моему, но минус хотя бы не такой большой дал. Так, контракты. 203 рубля. Та-та-та-та! 238. Нормально. Нормально. Ебать. Но только очень странно. Так, просто не хотелось бы все слить. Так, ну и сейчас видос уже кончится. Напоследок сделаем контракт из вот этого. 15 рублей даем. Получаем 40. Нифига себе, Да, как блядь, много. нихуя, кстати. Вот так ты Это хотел. прям нихуя. Да, хотелось бы вот так же с вот 240 и 1000 забрать. Так, ладно, все, спасибо, всем пока. Это идет на следующую серию, потому что надо забрать хотя бы что-нибудь за 500. А, у меня интернет кончился, пойду интернет покупать. Всем удачи, всем пока, спасибо.